ненавижу. Нет, там проектора какого-то ненавижу. Именно человека или что-то? Можно и человека, давай, например, человека. Ну ладно, среди людей нет такого, чтобы я прям кого-то ненавидела. Ну, очень добрая девочка. Ладно, хорошо, а в целом, что ненавижу? В целом ненавижу насекомых. Насекомых? Да. А расскажи какой-нибудь сон из недавних. Сон из недавних? Может, какой-то раньше был, но сильно запомнился. Вообще сны какие? Что-то вспомни, какой-нибудь сон. Вообще, я редко вижу сны, но это, наверное... Ладно, у тебя сны хотя бы черно-белые или цветные? Цветные, конечно. Цветные, да? Да. Странно, почему ты говоришь, что большинство, они черно-белые? Нет, у меня цветные. Точно, да? Угу. Хорошо, если бы можно было жить в любой стране мира, без всяких виз и так далее, где бы ты жила? США. США, ты там уже была? Нет, ни разу, но очень хочу. А виза есть? Нет, это очень сложно. Не дают, не давали? Нет, не дают. Хорошо, как тебе художник Александр Пушкин? Пушкин, художник? Ну да, своего рода он тоже художник, прекрасные поэмы. Да, я хочу создать что-то, что-то прекрасное. Ну, прекрасное именно в направлении арта. Да, арт во всех смыслах, потому что я еще знакомлюсь с дизайном интерьера, да. Я закончила, у меня есть диплом дизайнера интерьера, и я хочу это все объединить и создать что-то, что-то красивое. Давай дальше, вот у тебя 1 000 000 баксов, да. Что будешь тратить? На остров. На остров? Или на, да, на остров. Не хватит? Не хватит? А, 1 000 000 баксов. Да. Тогда бы я вложила в